Все озвученное здесь может оказаться уткой, шуткой, брехней, враньем, правдой или чистым вымыслом, а также вызвать у зрителей стойкое жжение в районе зады, разрыв шаблонов, но мне как-то похер. Привет, малыши-кроташи! Все самое прекрасное, говорят, подкрадывается незаметно. Но я решил вернуться громко, с помпой и с бочонками гражира, чтобы обмазать им ваши незамутненные мозги по самые дендриты. Звать меня Петр Гланс, кто не узнал. А кто узнал, ух вы мои зайеньки! Ну и терпите, глупцы! Все, нет времени объяснять, погнали! И да, никакого репетура тут не будет, не та программа. Наслаждайся, чувак, наслаждайся! В каморке интернет-магазина Microsoft кто-то нажал на слив и смыл в сеть дату релиза Darksiders 3. 27 ноября этого года. Вместе с этим знанием вытекла инфа, что за предзаказ дадут спецкомплект брони для главной героини, Ярости. Девчачья маечка Hello Kinky. Нет, ну что началось? Приличной даме уже с хлыстом нельзя походить спокойно. Сразу возвращение их подозревают. Вопиющий хлыстизм. Покайся! Мяу. Всем известно, что у некой блонди Цири оформлена ведьмачья виза на посещение всяко разных миров. Оттого бытует слух, что она с легкой ноги или копыта какой-нибудь плотвы лещевной может заскочить и в Киберпанк 2077. И обзаведется там киберглазом. Hasta la vista, baby. Слух этот, конечно, опровергли всякие зануды, но зато Дак Кокл, англоязычный голос Геральта, категорично предположил, что четвертая часть Ведьмака будет. И командовать там мы станем именно Цири, потому что прикольно. Но еще бы с киберглазом-то. Японцы выкатили демоверсию игры «Якуза Кивами 2». Представил ее такая Курода. Знаю, вы так обычно в школе на девчонок обзывались, но в Японии так зовут актера, озвучившего главного героя. Так вот он, такая Курода, рассказал, что в Денке будет кабаре и много драк. Странно. А стори-трейлер, по-моему, наоборот, максимально дружелюбный. Коуч, выходи играть в бейсбол! Задолбал! А теперь, плюхнув банку игра жира, щепотку глюков, зацени. Это же Дарт Неймар! Ну или еще вариант. Дамочка, скользкий пол. Эй, помогите кто-нибудь, помощь нужна. Твиттер — это святое, так что я в него тоже периодически зрю. Там сценаристка Guild Wars 2 пожаловалась, что для ММО персов писать сложнее, чем для сингла. Один мужемразец неотесанный дерзнул с ней поспорить и заслуженно получил резкий ответ на орешки и лекцию о пользе феминизма на всякий случай. Правда, работодатели барышни отчета тоже встали на сторону мужика и турнули тетеньку с работы за несоответствие стандартам общения с сообществом. Тут неловкий момент, когда феминизм проиграл. И ты, я надеюсь, тоже от всей этой движухи. А вот улов из Инстаграма. Господин Кодзима выложил постер тайского фильмеца «Плохой гений», подписал «Genius» и поставил палец вверх. Видно, заценил наших мем-гениев и лишний раз доказал, что все гениальное — гениально. Кодзима молодец. Будь как Кодзима и тоже ставь палец вверх. А увенчаем мы нашу игровую жироварню прекрасной вишенкой. Даже двумя. Ну, если ты понимаешь. Впрочем, конечно, ты понимаешь. Первая — безумная Мокси, от которой без ума весь Бордерленд. Да и мы тоже. И вторая — горячая вампирюга из Бладтрейн. От такой кровь в жилах не стынет, а бурлит. Это вам не какой-то там унылый докторишка и болишка. Чё, уже так и тянет помацать колокольчик, чтобы не пропустить следующий завоз глянцевого игра жира? Так не сдерживай себя, не сдерживай, давай, жми! Во! Может быть, звоном колокола еще и боярина призовешь? Да не простого, а ПКшного. О, кажется, получилось. Здравы будьте, ПК во славные. Аз есть мне потомственный ПК боярин. Величать меня
графоней. Родом я из славных бояр Мышеславичей. С малых лет геймпадом рук не пачкал. Пальцем по сенсорному экрану не возил. Потому как не пристало пока боярину в консольную ересь впадать. И вы берегите честь с молоду. Единожды на приставочный эксклюзив поведешься. Потом всю оставшуюся жизнь по 5000 целковых за игру платить. Лето ныне выдалось жаркое. Фермы эфирные позачахли. Биткоин не уродился. По 6,5 пудов с гектара против давишних 20. Лепота. Того гляди, цены на видеокарты то и растают. У купцов, говорят, товар уж залежался. Полны амбары нераспроданных GeForce-ов да Radeon-ов. Не попасть бы им в просак. А ну как, Nvidia возьмет да на Gamescom-е объявит новый GeForce. Кому тогда старье продашь? Оказалось, что у ляшевского ведьмака Геральта отсутствует разъем PCI-Express. Помните, как он после охоты в беспамятство впал? Дали ему по башке, и он потом бегал по лесу в одних портках незнамо зачем. И это от того, что некуда ему было вставить твердотельный диск, который ударов-то не боится. Вот он, красавец. Хорошая вещь. Скорости необыкновенной. Да и размером невелик. Ладно, сработан. Ежели его есть разъем М2, можно и туда поставить. Берешь его вот таким вот мокаром. И вот так вот его вставляешь. Пожалуйте, лишних 240 гигабайт памяти. Ежели ощущаешь в себе недостаток памяти, то нажимай там ссылки внизу. Щекотно! Не там нажимаешь! Пониже нажимай! А, кстати, вот еще что вспомнил-то. Надо послушать, какие в интернете слухи ходят. Это вот царь-батюшка, как был в Сингапуре, привез с собой. Велел всем боярам на столе держать. Заморская штука. Называется это product placement. А, объяснял, зачем... Да я не упомнил. Что-то с казной с царской связано как-то. Ну, поехали. Купеческая гильдия «Уголь» грозится отобрать у Соньки и у Майкрософта консольные барыши. Задумала она произвесть собственную приставку. И даже уже придумала каку. Цены, говорят, будет невеликой. Сама Махонька только и умеет, что видео с игровых серверов вытаскивать, да в экран показывать. А серверы у Гугля, будь здоров, любую игру в 4К перемолоть могут. Непонятно, правда, откуда игры возьмутся и как Android будет справляться с графонием. Но не со мной, конечно, а с консольной графикой. Тьфу ты! Бесовщина одна. Ни одной ПК-восплавной сплетни. Пойду лучше еще одну иконку на рабочий стол поставлю. И выступайте. Видал? С таким боярином не забалуешь. А как забалуешь, так сразу на кол посадят. Там и покаешься. Покайся, грешник! Покайся! Мы тут, кстати, решили с тебя за просмотр всякий раз оброк собирать. Лайки, подписки — это понятно, но давай-ка еще и звонкой шуткой в комментариях отстегни. Блесни их гениальностью и продолжи фразочку. Ты не достоин быть мафиози, если... Самые шутканастые шутканы покажу в следующем выпуске. А пока откланиваюсь, отложу ЖРК и вернусь через пару недель. До встречки, чмоки-сороки!